Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня играем в криминалочку на сервере на ролеплей. Центральный округ Моник, здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте делить Моник при регистрации. Так, сегодня я покажу игрушку, какую я купил. Ну, это, я так думаю, что это игрушка, потому что нормальной покупкой это не назовешь. Вот, это получается Audi A6 полицейская. Купил ее за 35 миллионов. Как я покупал, короче, я не снимал, если что. Поэтому вставочки не будет. Но я думаю, кто играет на центральном округе, тот знает, что эти машины очень редкие и очень дорогие. Поэтому, да, я купил себе эту машину. Купил эту машинку себе, поэтому решил похвастаться, так сказать, своей покупочкой, радостью своей. Я на ней катаюсь постоянно, Чирон вообще не трогаю, и остальные машины тоже не трогаю. Выглядит она очень даже круто, даже написано, видите, центральный округ именно, что это. Ну, у меня бета-модпак новый, если что. Но официально еще его не выпустили. Да и у меня всего лишь тут, ну, немножко модпак изменено. Я думаю, уже давно много чего изменили модпаки. То, что делают. Вот, вот так раскраска, вот это очень классно, на самом деле. Мне очень нравится. Там чувак приезжал, типа, ух ты. Даже на рамочках написано «Родина», я только заметил. Чувак приезжал, короче, у него там Ford Police был, типа, лит ее на Audi заменять. Но я, блин, не рискнул. Вот в Карпасе, вот, эта машина, это Audi. Видите, Audi Police. Давайте вам информацию покажу о ней. Она в полном тюнинге, кстати, да. В полном тюнинге. Пробег у нее небольшой, 221 километр. Налогов на нее нет у меня. По сути, да, номера вот такие вот прикольные, кстати, RAR 6466. Три шестерки, ну, число не самое приятное, конечно, но прикольный номер такой, короче. Потом, давайте я вам покажу ее комплектацию. Audi Police. Комплектация машины, вот. Максималочка у нее 224, конечно, она не очень быстро там разгоняется, едет, но... Блин, это круто, машина мне очень-то нравится, и не жалею, что я ее купил. Поэтому да. Давайте не усядем. От первого лица давайте посмотрим. Я думаю, попка вообще такая сочная у нее прям. Двухствольный выхлоп. Ну, круто выглядит на самом деле. Мигалочка, видите, работает. Это очень круто. Стробоскоп еще включаешь, вообще просто шик. Так, ну вид от первого лица, конечно, такой себе. Как кейс выключить, я не в курсе просто. Можно как-то кейс выключить. Так, все, я кейс выключил, чтобы можно было приборку посмотреть. Так, на спидометре у нас показывает 300. Да, у тракториста. Так, Audi мульти... Так, ага. Не, ну, вроде бы, конечно, вид от первого лица хреноватенький, какой-то сильно близкий, как по мне. Ну, а так, салон сделан качественно. Это хорошо. Ну что ж, давайте на ней прокатимся. Для чего я это купил машину? Ну, просто она мне нравится. Я хотел себе какую-то редкую, какую-то классную, необычную машину. И вот я себе ее купил, пацаны. Кстати, я снимаю эту серию 21 июня, а завтра у меня день рождения, поэтому жду ваших поздравлений. Вконтакте и в комментариях, в принципе. Не знаю, завтра серия выйдет или нет, ну, скорее всего, какая-то выйдет, но я ее запишу заранее. И потом уже выложу. Так, у соседей, ну, КамАЗ стоит. Ну, вообще, это Урал, но в новом модпаке это КамАЗ. Поэтому, да. Так, Кадиллак. Не факт, что Сугурбан это будет Кадиллак, пацаны. Я вам сразу говорю, не факт. Поэтому можете их там не выкупать, перекупать. А то их там просто уже по 20 саймов продают, эти Сугурбаны. Это просто жесть. Видите, из тачек у меня осталось, вот. Ну, блин, что и было. Просто я... Турех я продал, да, Турех я продал, пацаны. Турех я продал и купил себе вот эту Audi. Хотя у меня, я продал Турех, купил себе там, короче, GMC машина есть на гидравлике. Очень прикольная, очень она мне нравилась. Потом я ее продал и купил себе вот эту Audi. Поэтому вот такие вот дела. В чем вообще прикол этой машины? В том, что вы можете спокойно проезжать на красный сигнал светофора. Я серьезно говорю, я уже катаюсь на ней, наверное... Третий день или второй, я уже не помню.
И постоянно красный, ну, конечно, мигалка должна быть включена, это само собой. И просто на красный спокойно проезжаю, никто меня еще не садил, потому что на этой тачке можно ездить на красный. Просто спокойно, блин, ну, это реально круто. Еще бы скин себе купить. Да, можно скины купить, покупать, но это надо у кого-то. Скин купить ДПСника, я думаю, очень будет прикольно так. Как бы фракцию саму не уступать, а просто, типа, ездить так. Знаете, типа, фейк такой. Будет ездить ДПС. Просто, видите, если бы номеров не было видно, все бы думали, что это... Видите, даже зеленые перед нами постоянно. Ну, такое. Я именно машину эту купил, чтобы на красный проезжать. И ладно, шучу, конечно, я не ради этого ее купил, а чтобы просто у меня была такая вот уникальная машина, редкая, прикольная. Мне очень нравится Audi. Только, блин, было бы круто, если бы ее сделали, чтобы это, ну, RS7 была, ну, спортивная какая-то, а потому что это A6. У нее, по-моему, V какой-то там двигатель, не знаю, V6 у нее стоит. Либо V12, не, V12 стоит, по-моему, не помню, как на A8, по-моему, V12 стоит. Чуть подлагивание у меня немножко. Так, давайте за этим покушаем. Блин, только где тут покушать? Вот у меня сытности маловато. Бизнес я свой продал. Я, наверное, говорил об этом, что у меня был бусовый бизнес. Что-то вот здесь прям жестко что-то лагает. Видите, аж текстуры пропадают, короче. Не знаю, с чем это связано, но бывают такие лаки. Надо в банк заехать еще за дом заплатить. И будет вообще заебись просто. Блин, по привычке только что на красный остановился, блин. Ну да, иногда забываешь, что типа ты можешь проезжать на красный там и так далее, но... Ладно, ничего страшного. Давайте зайдем в банк, сейчас оплатим за все. Ебать, я просто красавчик. Короче, я зашел в банк, поставил на паузу запись. Ну, чтобы пароль ввести от банка. И потом, короче, катался, прощался с вами. И в итоге я потом увидел в конце, что... Когда я нажимал кнопку «Закончить запись», у меня, блядь, она была на паузе, короче. Теперь концовочку сейчас записываю. Короче, чуваки, не забывайте, что у меня завтра день рождения. Кто желает, можете меня поздравлять там в комментариях, либо в ВК. Но только поздравляйте меня вы... Ну, 22-го. Я родился как бы в 6:15, если что. Поэтому можете меня поздравлять. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside.